книжечку, да, которую вы посмотрели, которая есть. Я вам говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помнить о том, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну, опять не обязательно садиться. Пойти жениться, креститься, учиться, вперед, как говорится, с благословением.